Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня на нашем YouTube-канале интернет-магазина «Ракетон» я хотел бы коснуться темы балансировки ракеты. На наш канал приходят вопросы от наших зрителей и спрашивают игроки, как правильно выполнить балансировку ракетки. Ну, прежде всего, ракетка балансируется, ну и получаем, когда новую ракетку покупаем, у нее написаны характеристики. Характеристики ракетки всегда пишут вместе со струнами, либо без струн. Если без струн, то это выглядит вот таким образом. Вот на этой ракетке написано «баланс без струн 31 сантиметр». Что это означает? От какой точки меряется баланс? И как вообще измерить баланс? Ну, давайте вот на этом приспособлении посмотрим. Ну, самое простое приспособление, то, что вы можете дома, где угодно. То есть вы кладете на ровную поверхность, находите любой предмет, который у вас имеет ребро, и укладываете ракетку так, чтобы у вас пятка, если вот посмотреть пониже, опустить, вот, чтобы она у вас как бы провисала. Найти такое положение баланса. А потом находите именно точку, в которой у вас будет именно нейтральное положение. То есть вы двигаете его до того момента. Отмечаете либо карандашом, либо чем-то другим. И после этого обычной линейкой от этого ребра. А там специальная выемка есть? Ну, у меня специальная выемка есть, соответственно. То есть я потом придерживаю. Ну, и вот таким вот образом. Да. И сколько мы здесь соответственно, видим? 31,5. А почему 31,5, а не 31, как было заявлено? Ну, в данном случае на ракетке написано 31. А так как ракетка имеет еще целлофан, то есть это соответственно, ракетка новая, с которой мы целлофан не сняли, он как раз дает вот эти 5 миллиметров. Конечно, где-то порядка 5 грамм. Вот, и получается таким образом, что 31,5. Но ну, со струной, да, еще безусловно, вот. Скажите, как они работают. Принцип тот же самый. Здесь есть также ребро и здесь градулировка. То есть, соответственно, мы то же самое находим точку. Точку баланса. И здесь у нас тоже проверяем, сколько получаем. Тоже 31,5, как я вижу. А вот она и есть. То есть, если мы не сняли пленку вот на новой ракетке, меряем баланс на пустой ракетке, то тогда надо корректировку сделать, будет не 31, а 3, на 5 миллиметров примерно. Ну, вот. Честно говоря, когда человек уже играет ракеткой, то есть ракетка у него заиграна, баланс всегда немного изменится. Либо из-за того, что грип у вас немного больше влаги возьмет, либо, если вы достаточно часто перетягивали, у вас может быть выработка рубашки. То есть баланс будет немного-немного отличаться от заявленного заводского. Ну, вот это вот основные правила и порядок измерения баланса. Олег, спасибо большое. Сегодня нас консультировал Олег Зорин.